Вітаю вас у нашому арт-ефірі. Мене звати Маріель Славська, і сьогодні у нас в гостях неймовірна жінка, яскрава і людина величезних масштабів, дуже глибока, Надія Руденко. Вітаю. Дякую, що прийшла до нас в гості. І Надія – організаторка масових заходів. Це головна професія, правильно? Так. Ми підготували сюжет, тому увага на екран. Пропоную подивитись. Яскрава, успішна та жіночна. Знайомтесь, Надія Руденко, організаторка та координаторка масових заходів. 13 років у івент-бізнесі. На рахунку Надії більше 500 організованих заходів потужністю до 500 тисяч людей. Надія організовувала заходи для відомих особистостей: Андрій Макаревич, Арнольд Шварценеггер, робот Софія, Маша Єфросиніна. А почалось усе ще в студентські роки. Я начала организовывать с техникума все развлекательные мероприятия, то есть все знали, что это ко мне. Ну, то есть сценарий написать, поставить, провести в роли ведущей, все прокоординировать. И если вам кажется, что в ивент-индустрии нет места для творчества, вы глубоко помиляетесь. Мне важно создавать. Каждый ивент оставляет след от твоих решений, от твоего сценария, от тех ценностей того, что ты вкладываешь сейчас в вот это мероприятие, с этим уйдут люди, это услышат зрители. И вот, вот эта вот глубинная вещь вкладывать себя, созидать, творить, мне больше всего нравится. Це свого роду місія, можливість змінити їх життя на краще. І це не вигадки, адже відвідувачі заходів завжди дають свої відгуки. Те сообщення, которые получили, ну просто вызвали огромное количество эмоций и слез, потому что люди писали: спасибо, я передумала разводиться с мужем. Спасибо, ну типа мы наконец-то поговорили. Спасибо, я решила такой-то вопрос. Это другое счастье. Это вот та эмоция, когда ты причина тех качественных изменений, которые ты вкладывал, вот ту сверхзадачу, которую ты ставил, и ты видишь, что ты ее достиг. Таке задоволення від проробленої роботи – безсумнівний бонус професії Надії. Але є і побічний ефект. Да, наша професія, во-первых, входит в топ-5 самых стрессовых профессий мира. Как не сойти с ума? На самом деле, это уметь балансировать отдых и работу. И у меня был период, как раз после Евровидения, я выгорела полностью. Ну, то есть я где-то больше, чем на полгода, я перестала заниматься мероприятиями полностью. Я уехала тогда в Грузию, до этого я была в Карпатах. Ну, то есть я была все, где-то 2 месяца подряд, я была в горах. Меня тошнило от всего, от любого слова «организация», «тренер» либо «мастер-класс», мне становилось плохо. Потому что я просто не отдыхала. До этого 5 лет у меня отдыха не было. Тримати все під контролем, бути неймовірно стресостійкою та мати неперевершені лідерські якості. Ось риси, без яких в івент-індустрії нема чого робити. Все це у Надії є. Як результат – успіх, фінансова стабільність та авторитетність на ринку. Але є і зворотній бік медалі – те, чим доводиться жертвувати заради кар'єри. Якщо говорити о организации мероприятий, то цена слишком велика. И на сегодняшний день мне 30, я не замужем. Я считаю, что я реализовалась в ивентах так, как я хотела, но цена слишком дорогая. И на сегодняшний день я больше начинаю отходить, ну, как бы от ивента. Я оставляю какую-то для души, потому что это то, чем я живу, это то, чем я наполняюсь. Но я хочу построить уже реалізувати себе як жінку. Реалізувати себе як жінка. Я думаю, що людина, яка вміє організовувати такі масштабні заходи, підійде до цього питання теж дуже чітко, як до проєкту. Тобто, напевно, є теж певний план і бачення, як це має бути. А що таке реалізуватися як жінка? Реализоваться как женщина для меня – это, конечно же, найти своего мужчину, окутать его той любовью, то, что я даю в мероприятии, то, чем я занимаюсь, построить семью, правда, такую счастливую, не, знаешь, не наигранную, не как mm-hmm. вот ее видят внешне, а такую внутреннюю, ценностную. И, конечно же, создать еще одну новую жизнь, еще одного творческого человека в этот мир.
Я хочу дати такий маленький зворотній зв'язок. Ти не перша героїня в цій студії, але для мене був сюрприз, приємний сюрприз. Я ще з таким не зіштовхувалась. Ти перша, хто перед зйомками мені особисто нагадав, що завтра зйомка о такій-то годині, точно там адреса, все уточнила. Тобто ти людина-система. Я такого ще не бачила, такої, знаєш, відповідальності, стійкості, чіткості. Оце все, воно не заважає жіночим якостям? Мішає. Я не буду. Вдається виключати оце? Чесно говоря, я над цим працюю, і це один із тих камушків на путі к счастливой семейной жизни, к счастливым отношениям, потому что очень часто, я думаю, что у тебя тоже такое бывает, мы переносим работу вместе с собой домой. И мы забываем ее оставить за дверью, и получается, мы приходим и начинаем рассказывать, как должно быть, контролировать чересчур все моменты в быту. И, конечно же, второй половинке, особенно с учетом того, что я женщина, мужчине это не нравится. И я учусь, и спасибо большое тем мужчинам, которые дают мне эту обратную связь, я учусь быть женственной, и учусь оставлять всю работу за дверью до входа в квартиру. Я думаю, що будуть височезні вимоги до цього мужчини. Да, і це теж, чесно говоря, є проблеми, тому що чим вище ми ставимо планку, тим вище нам потрібно бути, щоб їй відповідати. І, відповідно, ти постійно вище ти, вище планка, вище ти. Тобто ти постійно соревнуєшся сам з собою. Поэтому іноді потрібно немножечко понизити планку, але не в стандартах, не в цінностях, а от в тому, що ти чекаєш, а все, іноді це можна наработати просто. Коротенький бліц. Да? Швиденько відповідаємо, не задумуючись. Буквально три питання. Спікер чи організатор? Організатор. Організація концерту чи тренінгу? Тренінгу. Вагомий гонорар чи вільний час на себе? Тут важливіше. Чесно, перший прийшов гонорар. Угу. Тобто поки що все-таки пріоритет? Да. Це така любов до роботи, да. Чи все-таки? Да. Я когда даже отдыхаю, и я думаю о работе, я смотрю на все, даже находясь на отдыхе, я смотрю, как что организовано, что в этом месте можно провести. То есть у тебя уже такая профдеформация идет, что кажется, что эта работа не отдельно. Я не знаю, вот как люди могут приходить, вот там работа отдельно, а на выходных они вот живут другой жизнью и не думают о работе. Нет, я всегда думаю о работе. В фоновом режиме она всегда со мной. А вдається піти на захід, які організовували інші люди, і кайфанути, розслабитись, не видивлюватись, де які там форс-мажори сталися, де хто запізнився. Виходить? В этом году уже два раза получилось. До этого нет. Подсознательно. Я иногда даже, чтобы было спокойнее, выписываю себе в блокнот. Просто, чтобы куда-то это выгрузить, потому что не будешь ты каждому рассказывать, что нужно делать, потому что у всех есть факап. Это нормально. Добре, я пропоную перейти до нашої основної частини. За умовою нашої програми герой приносить речі, які є для нього знаковими. Ти принесла три речі, і на мене дивиться оця чорна футболка, можна я ближче подивлюсь. Я думаю, що це з якогось заходу, тому що організатори зазвичай вдягають якісь брендовані, да, речі. Дуже класна назва «Мужик-фест». Тобто, я так розумію, це якийсь чоловічий фестиваль. Да. Я на ньому, на жаль, не була, тому хочу, щоб ти поділилася, що ж було в ньому такого знакового для тебе. Это 2015 год, в 2014 году я уволилась с постоянной работы и посвятила себя карьере организатора мероприятий. Mm-hmm. Первый год событий у нас были все убыточные события. То есть мы пробовали, учились и не могли никак выйти на тот заработок. Мы не понимали, как вообще на ивент-индустрии зарабатывает. Это был 2015 год. Этот фестиваль был для меня очень таким роковым, потому что в преддверии его я сказала, что я ухожу, я не могу больше. У меня нет отпуска, у меня нет денег, у меня нет ничего. Часу ти була в цій сфері? Это год. Это год був большой фестиваль. Міг тебе зламати по факту. Ну, да? До этого были другие мероприятия, mm-hmm. Они были поменьше, и они были все прибыльные. Поэтому там все было хорошо, но прибыль была небольшая. Но они были все прибыльные. А это были большие 3-5-тысячники, и они были неприбыльные. Но работы в них уходило, и сил намного больше. И когда год ты, получается, всем выплачиваешь, всему рынку, всему персоналу, но не выплачиваешь единственному человеку, это себе, через год, конечно же, ну, как бы мне захотелось тоже
тоже чего-то. Ну, то есть у меня не было платьев, не было сумок, не было отдыха, ничего не было. У тебя был проезд в метро, ну, как бы, и все, шаленый и покушать. Шаленый стресс и ответственность. Да, да. И, соответственно, это был первый фестиваль, перед которым я благодарю своей команде очень сильно, которая меня переубедила остаться. И сказала, что все будет хорошо. Вот этот у нас точно получится. В этот раз все будет хорошо. И вот благодаря им я осталась. Ты дала Всесвету шанс. Да, ну, благодаря команде. И я осталась, это был, правда, первый, самый громкий фестиваль, которого знали все, после него, ну, как бы у тебя был очень большой прыжок в карьере. Это был самый прибыльный фестиваль, в котором, наконец-то, мы получили свою прибыль. И это был самый такой переломный момент, когда я поняла, окей, на больших мероприятиях можно зарабатывать. А от, до речі, якраз обсудимо таке питання. А на чому йде заробіток? Від кількості людей, від, ну, я не знаю, від чого? І що відбувається, якщо, наприклад, приклад, там, квитки не продані. И як оце все відбувається? Самое важное, чтобы в мероприятии у тебя не было одного источника прибыли. Потому что все ивенты разные, но какие источники могут быть основные? Это, конечно же, продажа билетов, это продажа торговых мест, ярмарка, еда, вещи. Это продажа иногда выступлений, ты можешь приглашать спикеров, которые тебе будут платить за то, чтобы выступить. Это продажа спонсорских пакетов, конечно же, продажа мерча, ну, то есть вот это мерч фирменный. Это основные, ну, как бы все остальное. А зазвичай, яка от найбільша доля, від чого? Чи це важко передбачити? Ты знаешь, очень все относительно. Я бы не сказала, что в каждом проекте было одинаково. Иногда перекрывалось билетами и ярмаркой. То есть, вот, например, в таких фестивалях, как Мужик Фест, Best Woman, две большие составляющие – это билеты и ярмарка, продажа торговых мест, квадратных метров. Это такие два кита, на которых мы получали больше оборот, а все остальное были допки. В некоторых мероприятиях это спонсоры, в некоторых мероприятиях это чисто билеты, потому что, ну, как бы в основном билеты продаются. Все сильно от модели. От количества людей, от ценности аудитории для спонсоров, партнеров. Очень много. Багато всього треба прорахувати, да. І тобі доводиться бути ще й бізнес-вумен. Так. Да. Тебе нужно уметь считать, тебе нужно прогнозировать риски. И всегда, когда мы готовим финплан любого проекта, у нас есть три картины. Ну, самая лучшая, идеальная, когда вот все просто топчик. Средняя, ну, то есть то, что, скорее всего, будет. И самая худшая. Вот мы прикидываем самый худший вариант. И иногда, ну, скажу честно, были проекты, в которых я готовилась. То, что я могу лишиться машины, когда уже у меня появилась машина. А бывало таки, что прям минус був? Да, но вот этот год, который я тебе говорю, что мы не зарабатывали, мы были в минусе. То есть мы делали проект, мы заходили в минус, мы открывали следующий проект, получали с него прибыль, рассчитывали с предыдущим проектом. Ну, как бы вот так вот мы год. И вот это был первый фестиваль, когда мы никому ничего не должны были, но как бы у нас остались деньги. То есть мы постоянно были в минусе. Як і в будь-якому бізнесі. Получається, в принципі, так само. Щось інвестуєш в це, і час, і гроші, і не знаєш. Ну, слухай, ну все одно тут є якась певна доля магії. Тобто я маю на увазі, передбачити все неможливо. Чи у тебе є якась така вміння відчути? От ти вмієш відчувати оцей не те, щоб тренд, а можливо успішність? От коли ти відбираєш, от з цими людьми я буду працювати, з цими не буду, цей проект я візьму, тому що як підрядники ви теж працюєте. Є оце таке відчуття професійне? Ты знаешь, я думаю, что есть профессиональная чуйка, есть женская чуйка, которая работает, главное ее уметь слышать. Есть, но профессиональная чуйка, она, конечно же, построена на аналитике. Потому что, чтобы выбрать любого человека, ты просто берешь и анализируешь, сколько раз он выступал, как он выступал, сколько он человек собирает. То есть там можно все обосновать. Единственное, что ты не можешь обосновать, это когда внутри тебе говорит, не надо. И тут у тебя нет статистики, чтобы понять это, на что оно обосновывается. Оно просто говорит, не иди туда. Вот. А в основном, да, конечно, я все анализирую. Любого спикера, и когда ко мне приходят на консультацию, тех, кто хотят организовать мероприятие, ну, как бы я раскладываю. То есть все очень просто. Добре, пропоную перейти до блокнот. Блокнот. Це, напевно, якийсь важливий інструмент для планування, чи що це? Це звичайний блокнот. Конечно же, это инструмент для планирования, но в данном случае это... Це не звичайний блокнот, да. Це щось інше. Это блокнот с моего, наверное, тоже очень
переломного момента, потому что это был самый дорогой ивент в КВЦ Парковом с привозом зарубежных спикеров мирового масштаба, которые вещали по маркетингу и ивент-индустрии. Это была очень крутая аудитория. Все было настолько круто. Это был вот самый дорогой и красивый мероприятие, которым я горжусь, потому что я его строила с самого начала вместе с командой. Нас было трое организаторов, и это прям для меня такое. А страшно, от коли, ти кажеш, найдорожче, да? Коли такі вкладення, коли такі великі фінансові ризики, як ти справляєшся? Ти все одно жінка, тендітна, да? І як от, от цими страхами, вони є ці страхи, ти їх переборюєш, чи ти, знаєш, як руки роблять, очі бояться, руки роблять? Як оце психологічно відбувається? Ты знаешь, я не знаю, откуда у меня эта черта. Я думаю, что где-то, может быть, по роду это передалось, потому что родители мои совершенно не такие. Они с детства говорят, мы не знаем, чья ты, потому что ты иная. Ну, как бы, вот ты не похожа на нас. Но все мои друзья говорят одно. Если Наде что-то предложить, и Наде это нравится, она всегда говорит, окей. Ну, то есть у меня нету проблем, ну, как бы я не наваливаю проблем, когда мне предлагают какой-то проект. Я смотрю на него, чувствую себя, если мне нравится, я ныряю. Потому что если я ныряю, то я себя перестрахую, я тысячу раз пересчитаю, я подумаю, как это все сделать. Главное, чтобы мне это нравилось. Потому что, когда мы начинали, вот эти вот первые проекты убыточные, там уже можно было сдаться, потому что первый убыток нашего фестиваля, он превышал в раз 5 или 7 мою заработную плату на той работе, в которой я работала. Ну, как бы, и, конечно же, любой бы человек, который пришел бы домой после такого мероприятия, думал, да ну его. Ну, то есть это мне реально нужно год работать, чтобы вернуть этот долг, там, если мы с партнером делим напополам, долг, который у меня есть. Хорошо? Красотна людина. Нет. Ну, от, якщо, коли це чуєш, думаєш, це треба мати якісь такі певне, таку нарваність певну, певний азарт мати, крім сміливості. Що це? От що ти відчуваєш? Це як на охоті, чи що це за відчуття таке? Це адреналін, но адреналін не азартний, я би сказала, адреналін, от як ти прыгаєш з парашута. Це от такий от адреналін. Но я не з тих, хто казино, карти, от це от все, покер, це не моє. А в який момент найбільший кайф? Коли повний зал і всі аплодують, і зараз вийде спікер на сцену, чи коли вже фух, і ти читаєш ці відгуки? В який момент? Більше в кінці. Когда ты увидел, как это все прошло, ты можешь проанализировать, насколько хорошо, и ты видишь изменения людей до и после. Вот, вот здесь вот я могу проанализировать. Mm-hmm. И иногда это может случиться в середине ивента, когда уже все ты решил, и ты уже можешь прийти в зал, и ты смотришь, а люди улыбаются, и они счастливы. Ми дивилися якраз на блокнот і хотіли запитати, такі практичні запитання, якими інструментами користуєшся для планування? Тому що в будь-якому разі це потрібно дуже багато всього в голові тримати. Це якісь паперові такі речі, це, чи все ж таки щось цифрове? Два. И то, и другое. Я очень люблю писать, поэтому у меня есть бумажные огромные планинги, кучу блокнотов, которые я списываю. И, конечно же, это календари, Google Drive, Google документы, все в облаках. У тебя там все тоже по папочках систематично? Да, да. Да. То есть каждый проект, каждая зона, она размещена по папкам с инструкциями иногда, когда ты обучаешь персонал. То есть все очень структурно и точно, потому что мне очень легко найти любой материал. А в больших ивентах, если ты, у тебя нет системы, то ти просто в какой-то момент можеш посипатися. Угу. І остання річ – це ялинкова прикраса, чи що це? Ні, це дождевик з Євровидіння 2017 год. Це, мабуть, найбільший проєкт. Дощовик? Я... В смислі дощовик? Це всередині воно якось? Так, так, так. Це сучасні технології. Не діджитал, звісно, але тобто це розкривається, можна сховатися від дощу. Я тебе хочу сказати, що його можна навіть сложити обратно. Я складаю його не один раз. Клас. Ну, я знаю, що ти була менеджеркою в організації Eurovision Village. Так, Eurovision Village. Що це таке і чому це для тебе так знаково? Це дощовик, і який асоціюється саме з цим заходом? Чому знаково? Тому що за 11 дней работы наша зона Eurovision Village – это официальная фан-зона конкурса Евровидения, которая проходила у нас на Крещатике. Почему знаковая, почему дождевик? Потому что в этот период, за время монтажа 11 дней самого мероприятия, мне кажется, мы пережили все сезоны года. У нас было лето жарко, у нас была зима, и я реально ходила по локации в зимней куртке и в зимних сапогах. У меня были зимние перчатки и шапка, потому что было безумно холодно.
Был дождь, была жара и была нормальная температура. У нас были все сезоны в период проведения конкурса, но это самое большое мероприятие, потому что у нас прошло... По кількості людей, да? Да, 411 тысяч человек, которые прошли за 11 дней работы зоны. И, конечно же, я там пережила все, и это тот проект, в который, что бы я ни знала, до 2017 года я пришла и сказала, окей, хорошо, снимаем шляпу, я ничего не знаю, я готова учиться заново, потому что когда у тебя мировые стандарты, потому что Евровидение — это все-таки мировой конкурс, и у него есть планка, на которой он должен проводиться, когда у тебя спонсоры, которые инвестировали много денег в это мероприятие, тебе нельзя нигде облажаться, ну, как бы все должно быть идеально, и когда у тебя машина, в которой присутствует огромное количество людей, ты понимаешь, что это безопасность, ты понимаешь, что это ответственность, и ты понимаешь, что все должно работать как часики, и ты тот ключик, который должен вовремя подкрутить эти часики, чтобы стрелки не остановились. То есть это совсем геть інший рівень, после якого ты вышла іншою людиною. Да, после этого мероприятия я выгорела и вышла совершенно другим человеком, уехала в горы. И начала шукать баланс. Да. Зараз вдається його знаходити, цей баланс? Да, в принципе, я думаю, что да. Я уже где-то рядышком. Ну, то есть я не скажу, что я достигла идеальной картинки, но я уже чувствую, что вот где-то я его уже почувствовала, я к нему приближаюсь. Я очень хочу его найти. А які уроки дає твоя професія? От я маю на увазі не організаторські, да, якісь важливі штуки, про які ми говорили, а уроки людські. От що важливе ти для себе винесла за ці роки? От, можливо, якісь так тезово. Самый крутой інсайт, который мені понравився, який я недавно приобрела, люди важніше, ніж результат. Люди важливіше, ніж... Що мається на увазі? Люди важніше, ніж результат, це мається в виду, що я, в принципі, нацелена всегда на результат. Ну, то есть мне важно, какой результат, и я могу где-то какими-то даже, не знаю, чувствами людей немножечко пренебрежительно относиться, потому что мне нужно достичь, мне нужно точки А пойти в точку Б. Но на самом деле, когда я поняла эту фразу, я понимаю, что на самом деле все ивенты, все мероприятия, вся моя карьера строилась в большей степени на людях, которые работали вместе со мной, которые видели, какую, что я делаю, как я работаю, какой у меня подход, насколько я ответственна. И они были вот этими ступенечками в карьерной лестнице, потому что люди, ну, как бы чаще, чем проекты, принимали меня, поднимали меня на больший уровень. Поэтому я поняла, что, в принципе, люди все-таки решают. Создание качественных отношений с людьми – это ключик к любому успеху любого мероприятия. Когда ты не только любишь дело, но и любишь людей, которые к тебе приходят, когда ты живешь и переживаешь тем, с чем они выйдут, люди это всегда чувствуют. Але ж це все одно, ця любов до людей, вона має поєднуватися з якоюсь певною жорсткістю, з якоюсь принциповістю, можливо. Ну, от, наприклад, тобі доводиться багато працювати з творчими людьми, які от прям творчі-творчі, мені так здається. Ми багато відомих прізвищ почули в сюжеті, який спочатку був. Наскільки з ними важко, легко працювати? Бувало таке, що людина настільки творча, що тобі от важко цю комунікацію, наприклад, побудувати, тому що людина десь в повітрі, а ти тут, і у тебе логістика, система. Бывало, но, честно говоря, не было нерешимых вопросов. Бывали спикеры, с которыми, например, общалась не я, а другой человек, потому что для меня это был слишком космос. Но, в принципе, в 90% случаев я всегда находила подход к человеку, потому что если в ивентах ты не гибкий, то ты тоже в них не выживешь. Поэтому ты должен уметь подстраиваться, ты должен уметь находить общий язык с любым человеком. Ну і такі питання, без якого, я думаю, в цій професії неможливо обійтись в інтерв'ю. Які були найяскравіші факапи? От щось було таке, коли там, не знаю, сів голосу у спікера перед виходом на сцену, або, не знаю, загубився ключ від якихось дверей, де сукня важлива висить. Щось таке було? Чи... На самом деле очень много, и как раз Мужик Фест — это был фестиваль, в котором про факапы у нас было даже отдельное мероприятие, которое мы проводили. Наверное, один... В смысле? Как тренинг? Да, это был отдельный ивент, в котором мы собирали организаторов, рассказывали все факапы, которые могут быть, потому что на этом ивенте мы пережили все. У нас подрезали заборы сзади мероприятия для того, чтобы вход был 50 гривен на минуточку в 2015 году, для того, чтобы пролезть под сеткой и попасть на мероприятие. У нас, как в 90-х, на локации ходили эти люди, которые заламывают, знаешь, уголки купюр и обманывали наших ярмарчан по сдаче. То есть они покупали товары, потом вот это вот
делали эти какие-то махинации. И первый люди... раз тут с этим. Я никогда с этим не сталкивалась на мероприятиях. У нас были люди, так как это была мужская территория, мужской фестиваль, у нас стояли шесты, на которых танцевали девушки красиво. И в какой-то момент мужчина решил, что он тоже умеет танцевать, и начал танцевать. Ну, как бы на этом. И тоже он ударился, и, слава богу, с ним все хорошо. Ну, как бы он целый, невредимый, все нормально. Но это было тоже, потому что мой мозг не мог понять, что мужчина может пойти, ну, как бы танцевать на мероприятии. Было много всего, на самом деле. И был, наверное, один из... Мы очень креативили, когда у нас команда была, когда мы вот так и создавали, у нас была очень крутая команда. И у нас был пикник. Он назывался «Игрожуй», «Ешь, грай, відпочивай». И пикник был построен на том, что там было очень много развлекательных игр. И есть такая игра карточная, она называется «Свинтус». И мы решили, что в подарок в этой игре, в соревнованиях, кто за целый день обыграет всех, мы подарим настоящую свинью. Ну, то есть мы вот решили, что это будет прям вот топчик, это будет прикольно. Мы купили настоящую свинью. И, конечно же, привезли ее за сутки до ивента. То есть ивент на следующий день вечером. Ребята едут, забирают эту свинью, которую мы будем дарить, потому что мы объявили, а мы свои, как бы, слово держим. Они привозят эту свинью, мы понимаем, что, в принципе, у нас офис, мы закроем все двери, она там просуществует вечером, а на следующий день мы ее отдадим... Что с ней осталось? Мы в соседней комнате сидим с моим партнером, и мы слышим просто такой какой-то визг, шум. Ну, короче, что-то происходит. Мы выбегаем, наш партнер лежит на полу с балкона у нас, на Саксаганского, это центр Саксаганского, перекресток. Он лежит на полу, держит свинью эту за ногу, которая висит над Саксаганским, над перекрестком. Ну, как бы его держит наша сотрудница. То есть вот эта вот картина... Никто не пострадал по выставку. Нет, но мы уже представили эту картину во всех новостях, как свинья, ну, типа, разбилась, я не помню, с 5-го этажа на Саксаганского в центре города. Но это была вот цена креатива, то есть тут тоже нужно понимать. У нас вже, на жаль, закінчується ефір. Бліцове, коротке запитання, таке секундне. Якщо от ми починали з теми реалізації, да, як жінки, весілля організуєш своє сама чи комусь довіриш? Сама. Все-таки сама. Це була Надія Руденко, організаторка масових заходів. І я хочу сказати, що якщо ви творча людина, вам доведеться бути і піарщиком, і організатором. Якщо для вас це не потяжно, доведеться знайти таку людину, як Надя. І я хочу подякувати за те, що допомагаєш мистецтву, арту українському ставати видимим. Тому що мало створити продукт, його треба ще показати. Величезне дякую. Спасибо тебе большое. До зустрічі в нашому арт-ефірі.